Янравайаннаманапетамапетакритям дайпаяно вирахакатарваджуха путрети танмаятаятарвовинедун танг сарвабхутахидаям муниманатвасми Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bhaje Bhaje Kamandanam, Samasta Papa Khandanam, Bhaje Bhaje Kamandanam, Samasta Papa Khandanam, Sabhakta Chitta Ranjanam, Sadaiva Nandanandanam. Gaudiya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Гаудия Гошчипати Шишила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути, указанного нашим Гурудевом, оно сбросит нас с пути Баджана. И вот Шила Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути нашего Гурудева, оно в итоге может скинуть нас с пути баджана, естественно, по пути, если мы, наше сердце станет в гармонии с сердцем Гурудева, то тогда в этом нет проблем. Иначе малейшее отклонение от пути Гурудева, но в итоге сбросит нас с пути баджана. Это главное. И до тех пор, пока у нас нету шаранагати, лотосным стопам, если у нас нет преданности к лотосным стопам Гурудева, то пока мы не предались ему, абсолютная истина, она не сможет явиться на нашем языке и в нашем сердце. И вот до тех пор, пока мы не предались полностью нашему садгуру, нашей гурварге, лотосным стопам Бхагавана, Шичитани Махапрабху, то у нас нет способности говорить об этой абсолютной истине. Нам будет как-то неудобно, как-то страшно говорить об этой абсолютной истине, это главное. И вот можно вспомнить, вчера Махарадж говорил, много о различных темах, но его обязанность то, что Гуруварга дала ему дала способность, дала обязанность объяснить, что такое настоящий Гаудия Баджан и Гаудия Даршан. И вот и вот сегодня я хочу дать вам представление о том, как можно получить доступ к Расататве, к Рагануга Баджана. Поскольку мы говорили о Венугите, которая полна расы, и если у нас нет ясного представления о том, что такое раса, как обрести ее, каково должно быть наше положение, и если мы не знаем этого, то мы можем совершать ошибки на каждом пути. В этом главная проблема. И вот Шрила Рупа Госвами Пад, он в Расамрита Синдху уже говорит
такие слова. Все хотят обрести расу, без расы никто не хочет жить. Из Упанишад эти слова «расовайса». На самом деле, это Парататтва – абсолютная истина. Он полон расы. Не просто полон расы, он источник всех рас, Верховный Господь. Прямых или непрямых, косвенных, материальных. Он тоже не прямо, он и источник их всех. Все расы, которые... Они исходят из этого абсолютного источника, только какие-то прямо, а какие косвенно. И вот расовый сах, значит, несомненно, знаете, это наверняка, что он источник, он как полон всех рас, так же он и источник всех рас. И все дживы, они исходят из этого без Верховного Господа, без... Численные дживы, у них есть естественный инстинкт какой-то, они стремятся к расам, но из-за их обусловленного состояния они не могут понять, что такое настоящая раса, а что такое нет. И поэтому они обманываются. А те, кто возвышенные души, которые осознают, что такое настоящая раса, они наслаждаются этой Бхагават-расой. Их раса, она апракрита, трансцендентна, и под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху и всех его спутников у нас есть ясное представление, как достичь этой трансцендентной расы. И вот в начале Бабаджи Махарадж, он цитировал эту шлоку из Расамрита Синдху, чтобы у нас было ясное представление и не было бы возможности понять неправильно. Вот эта шлока. Эта шлока значит все материальные эти представления, материальный ум, материальные попытки, все наши действия, они материальные. И Рупа Госвами Пад говорит, что таким образом мы не сможем получить даже запаха этой настоящей расы. И поэтому Рупа Госвами Пад говорит эти слова, что наша надежда И вот Рупа Госвами Пад говорит, что сначала нужно превзойти этот ментальный уровень, поскольку материалисты, чтобы они не говорили, чтобы они не думали, все. То есть имеется в виду то, что обусловленные души, если что-то узнают, они сравнивают это с их прежним материальным опытом. Они думают, что это вот похоже на то, что они чувствовали раньше, но это не совершенно. А что же делать? Те материалисты, они бесчисленное число времени, они рождаются, умирают, скитаются по этим 14 материальным мирам, и у них нет надежды даже узнать, что творится в трансцендентном мире. И поэтому много раз я говорил уже, что логическое понимание, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. Но это болезнь этих обусловленных душ, то, что они всегда пытаются использовать логику, какие-то аргументы, чтобы понять то или иное явление, но это не применимо к духовному пути.
after which you can fly, you have to cut everything. И вот нужно возвыситься над этим логическим уровнем. Нужно войти в более превосходный уровень, который по сравнению с этим материальным, он гораздо лучше. И вот этот уровень шуддха-саттвы, когда наш ум, наше сердце, они осветятся, это шуддха-саттва-гуны, то тогда когда наше сердце освящено чистой саттва-бхавой, и мы и тогда, когда мы получили милость Гуру Вайшнава, и вот когда мы избавимся от нашего материального представления обо всем и вот Махарадж говорит, что когда мы возвысимся до следующего уровня, но это будет возможно только по милости Гуру Вайшнавов. И вот если раса, она настолько великолепна, но осознать, понять эту расу можно только тогда, когда мы возвысимся именно на тот уровень. Но можно вспомнить, когда Махапрабху говорил с Санатаной Госвами в Аллахабаде, то он говорил, что Кришна, он океан расы, но мне неудобно говорить тебе об этом. Я хочу дать тебе каплю той расы таттвы. Кришна, он бесконечный океан расы. И ты открой свой рот, и я дам тебе каплю от того океана, и ты получишь какое-то представление о том, что такое эта раса. И те, кто комментирует, они говорят, что в чем радость бхакти. Это нельзя объяснить. Это можно только почувствовать своим сердцем, но не объяснить никакие слова, никакая философия, ее невозможно, чтобы представить то трансцендентное блаженство. И вот Вишванатха Чакраварти и прочие комментаторы, они приводят пример. Например, какой-то глухой и немой человек, он как говорить не может, так и слушать. И такие люди обычно, эти, как их попрошайки, особо хорошо не едят и какими-то такой плохой пищей питаются. И вот если какой-то преданный, скажем, угостит его какими-то великолепными, вкуснейшими сладостями, и вот он это съест, и человек спрашивает, имеется в виду, и показывает как-то жестами, как он выражает какую-то радость. И Вишванатха Чакраварти он говорит, что у нас тоже похожее состояние. Если мы обретем настоящий вкус бхакти, то мы не сможем объяснить. А это не так, что мы будем говорить на каждом углу об этом. Это не так. Если мы обретем, почувствуем вкус настоящего бхакти, то мы будем молчать об этом, поскольку это сокровище. И вот, приведя такой пример, я еще более простой пример приведу. Дикха-кале бхакта каре атма-самарпан.
সেই কালে কৃষ্ণ পরে করে আত্মসম সেই দেহ পরে তার সৃজন চিদানন্দময় অলরেডি আই টোল্ড নাও আই কাম টু দ্য ওয়ান বাই ওয়ান আর্গুমেন্ট লাইক ইউ নো দিস ইন কোর্ট দোজ আর প্লিডার ফাইটিং সো ওয়ান বাই ওয়ান আর্গুমেন্ট আই ক্যান গিভ. И вот эта шлока очень важна. Во времена получения, во время получения дикши, не обычной дикши, я имею в виду, вот все, что Махарадж говорит, это стандарт. То, что я говорю, это стандартные вещи. И то, что имеется в виду садгуру, а не какой-то мошенник или еще кто-то. То есть такие идеальные вещи. И вот если кто-то хочет получить дикшу от чистого преданного садгуру, то в этом случае он должен полностью предаться ему. Но это не всегда случается, но в читании Чаритамрите говорится, что во время дикши, если мы, у нас есть такое полное стопроцентное самопредание лотосным стопам гуру Дева, то тогда Кришна, Кришна, он Сатчитананда, и такое же качество. У Кришны есть это качество Сатчитананда, и во время, и у Дживатмы тоже есть это качество, но в таком в очень малом количестве. Кришна, он океан этого всего. А вот смотрите, и or not going to do bhajan, irrespective of caste and creed, irrespective of birds and beasts and beast, Atma already said. Chit, follow, I am not speaking about it, everybody knows. It is chit kam, I am not speaking about it. But it is written Chaitanya. И вот Чайтанья Чаритамрите говорится, что это тело такого предавшегося ученика, оно получает какую-то особую силу, оно становится трансцендентным, и он чувствует все таким трансцендентным, духовным. И вот это состояние настоящего ученика во время дикши, и вот для всех это все, это применимо ко всем. И вот, когда мы полностью предаемся во время дикши лотосным стопам Гурудева или Вайшнава, то наше тело, оно как бы вступает в духовный, этот, в духовный мир, оно становится трансцендентным. То есть пока мы не, вот Махарадж приводит пример, что когда мы поклоняемся в храме, то, что Пуджари говорит, ну, процедура поклонения какова? Нужно Будда Шутхи провести. И в Арчан Падьяти, вот по этому инструкции к поклонению написано, что вот такие слова, то, что если мы поклоняемся Божественному, то мы тоже должны возвыситься на его уровень. Мы не можем поклоняться Богу. То есть, если чтобы поклоняться девам, даже если полубогам поклоняться, нужно хотя бы на их уровень возвыситься. Те, кто живут на небесах, они отличаются от тех, кто живет тут. И вот если мы собираемся поклоняться им, то мы сами должны обрести какие-то качества и возвыситься на их уровень, чтобы поклоняться им. И вот это Арчан Падьяти, это нечто такое, в котором
обусловлена душа, даже если она наполовину обусловлена, но все же она может арчана. Что такое арчана? Какие-то материальные объекты, они занимаются в поклонении цветы, и прочее, наше тело, и так мы практикуем и сможем возвыситься на тот уровень. И это вот предостережение дается такое, что если мы не сможем возвыситься на уровень нашего поклоняемого объекта, то как же ему поклоняться? И вот относительно Будда Шудхи, от Шри Чайтаньи Махапрабху мы уже знаем, вот согласно этой шлоке, и вот эта вот шлока, она олицетворяет собой настоящая Будда Шудхи. Вот в этом мире брахманы перед поклонением, они повторяют эту мантру, но тот пример, данный Шри Чайтаньи Махапрабху, он наивысший. Chaitanya Mahaprabhu swaying the topmost Buddha Siddhi. What do you mean? What do you mean? This sloka by Chaitanya Mahaprabhu and his soha for Buddha Siddhi, that means 100% you will have to feel that you are not man, you are not woman, и вот когда мы повторяем эту мантру Будда Шудхи, мы должны чувствовать, что мы не мужчина, не женщина, не ребенок, не взрослый, не попросту, не царь, не нищий, не вайша, не кшаты, не шудра, а кто? А вечный слуга Верховного Господа. И вот вначале ответьте мне, что такое Будда Шудхи. Будда Шудхи – это значит почувствовать, что мы выше всех материальных обусловленностей, и у нас есть такая чит-сварупа, духовная форма, и не только… А что делать с этой духовной формой? Мы должны служить Кришне наилучшим образом. И какой этот наилучший образ? Так, как служат гопи. Гопи, они служат Кришне всем своим телом, всем умом, всем, что у них есть. У них нет ничего отдельного или скрытого. Никаких секретов у них от Кришны нет. То служение, которое совершают гопи во всех мирах, ничего подобного невозможно. Что такое гопинат? А кто такие гопи? Гопинат значит гуп дату, тот, кто защищает. На санскрите гупдхату значит защищать что-то. И Кришна, он защищает великолепие настроения служения тех враджа-гопи. И поэтому они гопи. И Кришна так он сохраняет их великолепное желание служения. Это возможно только внутри Вриндавана. И вот Кришна не... А вот эта формула, она применима везде, но не во Вриндаване. И когда Кришна приходит во Враджа-даму, то там вот эта формула, она уже не применяется, и поэтому в то время Кришна сказал,
И вот Кришна сказал такие слова, и вот что они значат. Кришна говорит Гопи, что я не могу отплатить вам. Вы должны быть довольны этим своим настроением служения, но мне ничего нет, чем бы я мог отплатить вам за ваше служение. Это таково состояние Гопинатха. И Гопинатха значит тот, кто защищает такое великолепнейшее настроение служения Гопи. И вот он повелитель всех гопи, гопинатх. И сейчас мы должны думать о том, что вот Махарадж уже говорил о том, как стало возможным, что обусловленные души могут слушать о Расалиле, о Расататве. Точнее. И вот Вишвана Чакравати Пад пишет из Шидас Госвами Пад тоже, что это, и вот они говорят, что когда народ там так говорит, что он говорит, you have to think about your practical sarir. И вот он говорит, мы должны думать о нашем трансцендентном теле. Наша сварупа, мы должны думать о ней. Вот здесь говорится. И вот Нарутам так говорит внутри нашего ума, мы должны думать. И вот то, что говорит Нарутам так, люди, они часто неправильно понимают. И вот они говорят, что в уме и вот Махарадж уже вчера говорил, что обусловленные души, они хотят, многие хотят доказать, что они достойны совершать уединенные баджаны. Кто-то думает о себе как о гопи, но это неправильно. И вот эти, кто думают так, и их гуру, все эти сахаджи, они обречены на падение. И вот те, кто думают о себе как о гопи, и думают о Кришне как о своем, там, как сказать, любовнике, то эти люди, они обречены на падение. И это не система Рагануга Баджана. Я уже говорил, что когда Рупа Госвами говорил вот эти слова, то почему... Rupa Goswami was speaking that way. So, Mananiyo, this first of all, remember, try to remember this thing, 100%, try, don't try to forget. И вот Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он пишет, и в Чайтанья Шикшамрите там говорится, что люди, они слепы подобно этим совам, они не могут видеть какие-то ясные, очевидные вещи.
то, что описывается в сочетании Шикшамрити и Джавадхарме. И такие люди склонны придумывать какую-то новую философию. А что говорит Шрила Прабхупад? Он говорит, смотрите, это не то, что с материальным телом, с анартхами мы можем служить Кришне. Кришна-сева — это не функция обычной души. Шрила Прабхупад говорит об этом в Гаудии. В этом журнале была опубликована эта статья, и вот Шрила Прабхупад говорит, что Кришна-сева — это не функция обусловленной души. Обусловленная душа в обусловленном состоянии со всеми недостатками в своем сердце не может получить надежду даже служить Кришне. И почему? И каков ответ? Шрила Прабхупад говорит, Кришна-сева — это функция апракрита-деха, трансцендентного тела. И вот Шрила Прабхупад говорит, что Кришна-сева — это функция апракрита-дехи, трансцендентного тела. Кришна-сева — это не функция материального тела. И вот когда Вьясадев Госвами, который Шакти Веша Аватара, и вот Вьясадев Госвами, он необычная душа. Bhakti yogena manasi parihite amale. It is written that when. И вот говорится, когда если что-то применимо к Вьясадеву Госвами, то это не применимо к нам, то, что применимо к Вьясадеву Госвами. Пурна-пуруш, я уже говорил, что это значит. Нарада Муни в прежней жизни, он, смотрите, получил возможность увидеть Верховного Господа на какую-то часть секунды. Это было подобно этому, подобно молнии. И потом этот даршан пропал. И сейчас говорится, Вишвана Чакравати говорит, что Нарада Муни, он получил возможность в прошлой жизни. И вот он также услышал голос с небес, что в этой жизни он больше не увидит Кришну. А вопрос, зачем он тогда вообще явился ему, Господь? А для того, чтобы вдохновить его, для того, чтобы у него был энтузиазм совершать баджан. И также, какова обязанность гуру и вайшнавов не обманывать своих учеников, а дать им силу, возможность, способность, чтобы они смотрели на характер, на идеальное поведение, идеальный характер Гурудева, чтобы вдохновляться его примером и совершать сево. И это зовется такой эффективный садгуру, тот, кто сам делает все и также помогает нам обрести такой вкус к баджану. Тот, кто сам совершает баджан, садгуру со своим идеальным характером, настроением служения, он подобен примеру, уникальному примеру перед нами, чтобы такой садгуру, благодаря своему поведению и идеальному баджану, он, несомненно, влияет, он производит такое неизгладимое впечатление на своих учеников, и они вдохновляются и также следуют его пути, они также совершают служение и не думают о каких-то дешевых наслаждениях и каких-то временных благах.
beings. They are always floating in the ocean of transcendental bliss. Why? И тогда они находятся в океане трансцендентного блаженства. Still, it is good. Who writing? Who writing? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в одном из киртанов такие слова, что если даже ради служения тебе какие-то проблемы приходят ко мне, то я все равно радуюсь, поскольку это ради твоего служения. И это чувство настоящего севака. И вот можно попытаться почувствовать это, то, что когда Верховный Господь, Он, вот Нарада, Он услышал этот голос небес, что в этой жизни Он уже не получит даршана Господа, а этот Он получил для того, чтобы получить вдохновение и энтузиазм совершать баджан. И когда Садгуру, он дарует силу своему ученику, то что этот ученик не может делать, он может сделать все. И таким образом Садгуру может дать способность вместе со своими словами. И вот он может вдохновить, так, дать способность к какому-то определенному виду служения. Например, если он кого-то посылает на проповедь, то и дает все качества для такой проповеди. И вот Нарутам Таку, он говорит такие слова. И в то же самое время Рупа Госвами Пада также говорит, вот в этой шлоке. Applicable for Vasudeva Goswami. So Vasudeva Goswami. И вот Вьясадев Госвами, когда он совершал свой баджан, то по указанию Нарады Муни, Вьясадев Госвами, он медитировал на Верховного Господа Парабрахму. Он сам Шакти Вишаватара. И в этом случае, когда он совершал баджан, совершал такую медитацию, его сердце, оно уже было чисто, но все же здесь говорится. И он мог видеть, когда его сердце полностью осветилось, оно стало сияющим подобно, и вот он увидел сияние, как от тысячи солнц, и он увидел Верховного Господа, который явился к нему, и он увидел Майю, которая была сзади Верховного Господа, она стояла, склонив голову, ей было стыдно, она была полна стыда, это Майя Деви. И Вьясадев заметил, что это Майя, она за Господом, и она, ей как-то стыдно было, неудобно, поскольку она обманывает всех этих душ, но это служение, оно дано ей Верховным Господом, чтобы она сводила с истинного пути обусловленных душ. You can remember
И вот несколько дней назад Махарадж говорил, вот такую шлоку «Каши Маранат Мукти». То есть то, что если умереть в каше, в гае, то освобождение обретается. Но здесь уточнить надо, что мукти — это освобождение, это не моментальное, а постепенное. И Махарадж он отредактировал какую-то книгу по чьей-то просьбе, и вот она называлась, как-то называлась, но не столь важно. Давно это было, лет 15 назад. И вот в этой книге пример приводился, что там два вида мукти. Шабда мукти, которое мгновенное освобождение. То есть человек оставляет тело и сразу освобождение обретает, а другое крама мукти. Такое постепенное возвышение, постепенное освобождение, оно сравнивается с Гопа-кумаром, который совершал свой баджан, он продвигался все выше, 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 до Брамалоки, потом еще выше до Вайкунтхи, у него не было удовлетворения все равно. И вот так одно шабда-мукти – мгновенное освобождение, другое – крама-мукти, то есть то, что поможет нам на духовном пути. И вот каши-маранат-мукти – это правильно, но то мукти, которое там обретается, оно поможет нам постепенно прогрессировать, а не так сразу, моментально. И также, если мы вспомним Аджамила, когда Махарадж говорил об случае с Аджамилой, то в этом случае там говорится, что Аджамила... Он попал в трансцендентный мир. И действительно ли это так, но нужно более глубоко изучать его случай под руководством гуру и вайшнавов. И вот пример данный Махапрабху, он говорит, что когда последователи Шанкарачарьи, они следовали Майваде, но веды показывали всем и говорили, что мы хинду следуем ведам, но Махапрабху говорит, что это более опасно, чем какая-то явный буддизм, такая открытая Майвада. По крайней мере, видно, что они Майваде. А почему? И, то есть если на буддистов, по буддистам видно, что они следуют Майаваде, то с ними никто не будет общаться или как-то контактировать, но эти последователи Шанкарачарьи, они опасны, поскольку они на самом деле Майаваде, но прикрываются ведами, и многие люди, они одурачиваются этим. Еще бывает такое, что люди говорят, что они следуют всем вайшнавам, но при детальном разборе выясняется, что
кроме этих слов там ничего нету. И вся их писанина, она полностью отлична от Сиддханты Гуру Варги. И вот Махарадж в своих этих статьях иногда пишет, что демоны, они тоже могут цитировать Писание. Они... Как Хираньякашипу, он когда утешал этих жен своего погибшего брата, он цитировал Писание о том, что душа бессмертна и не стоит скорбить о неизбежном. Но если не цитируют шастры, то они просто пытаются как-то оправдать свои неправильные действия. И вот И вот эти доказательства из Вед, которые приводит Шанкарачарья, они тоже такие. Он пытается их в свою пользу обернуть. Вот, например, есть какие-то люди, они цитируют Туласи Даса. И еще они используют не половину, а часть какой-то цитаты. Они не говорят, вот этот, например, популярно цитирует. Эти слова Туласи Даса, но не цитирует, что сказано до и то, что после. Вроде как бы цитата получается, но смысл совершенно другой получается. Когда Туласи Дас говорил это, то нужно, ну, чтобы понять всю картину, нужно выяснить, что он до говорил и после. А такие люди цитируют только вот часть его высказывания. И Шанкарачарья так же делал. Брахма — это гьяна сварупа, и также Брахма может чувствовать. И такое практическое воплощение знания, оно тоже возможно. Хотя Брахма, он сам по себе знание, но Брахма тоже может использовать знания в какой-то практической форме, но это Майвади не признают. И вот, в общем, эти демоны, они тоже могут цитировать Писание, и мы не заинтересованы в них. И я говорил уже о том, что я заинтересован видеть его Сиддханту, и его, ну, имеется в виду, что если кто-то цитирует своего Гурудева или прикрывается его именем, то нужно выяснить, что их учение, оно такое же, как учение Гурудева или нет. Как, например, какие-то преданные оставили Шрилу Прабхупаду, у них было какое-то высокое положение в Гаудия-матхе, но они оставили Шрилу Прабхупаду и писали какую-то ересь против Гаудия-матха и Гаудия-сидданты, и даже против самого Шрилы Прабхупады. See the condition.
И вот, а мы должны выяснить, каково же было учение вот ученика, который, прикрываясь именем Гурудева, представляет свое учение. И это надо выяснить в начале всего, чтобы их учение не отличалось. Как вот Махарадж вчера говорил, что прежде чем выбрать Шикшагуру, надо выяснить, находится ли он в наставнической преемственности своего Гурудева. Второе, есть ли у него уважение к нашему Дикшагуру. Мы не хотим оскорблять вашего Дикшагуру, это не цель. И вот и обязанность, главная обязанность Шикшагуру — это увеличить нашу веру и уважение к нашему Дикшагуру. А я, и вот Махарадж говорит, смотрите, именно стандартные, идеальные вещи, то, что как должно быть в идеале. И вот это не цель как-то обмануть вас. Я хочу показать вам те вещи, идеальные вещи, чтобы мы естественным образом развивали, то есть наше почтение и уважение к нашему Дикшагуру. Но опять же, Дикшагуру, он должен быть именно Садгуру. Если это не понятно кто, это другой вопрос уже. И вот главная обязанность Шикшагуру — развить большую веру, большее уважение к Дикшагуру, поскольку от Дикшагуру мы получили наши знания, если вообще получили Сабанхангьяну, знания о нашем, в наших вечных отношениях с Верховным Господом. И вот если мы получили Сабанхангьяну от нашего Гурудева, то Шикшагуру, соответственно, должен продолжить это и увеличить нашу веру, наше почтение к нашему Дикшагуру. Иногда случается так, что какие-то вот матья-матхикари, которые роль гуру исполняют, то можно попросить позволение к ним, у них, чтобы получать шикшу каких-то более возвышенных вайшнавов. И в то же самое время нужно проверять, чтобы шикша-гуру, он имеет ли должное уважение, должный почет к нашему дикша-гуру. Если нет, то это очень опасно. И вот я говорил уже, что Джива Госвами Пад в Сандарбхах пишет, что мы должны получить позволение у Гурупад Падмы. Вот, смотрите, что тут говорится. И тогда Махарадж продолжит. И вот в начале всего, что я говорю, то, что Джива Госвами Пад говорит, Гурва Гая значит по указанию Гурудева. Гурва Гая, тот севан обиродхена ча, Гурва Гая, тот севан обиродхена ча, Анешам Опи Вайшнаванам Севанам Сева. What I speak? Гурвагая, тот севан обиродхена ча, Анешам Опи Вайшнаванам Севанам Сева. What I speak? By the order of Gurudeva, и вот по указанию Гурудева, I can serve
взяв разрешение у него, мы можем служить под его руководством каким-то возвышенным вайшнавам, если, естественно, они не падшие души, надо это все уточнить и выяснить до того, как Локанат Госвами, он Гурудев Наротама Такур, но все же Наротама Такур, он все учился у Джива Госвами Пада. И Хридо Чайтанья, он Гурудев кого? Шимананда Прабху. Но Шимананда Прабху, он... Его Шикшагуру был Джива Госвами Пад. И Шринивасачарья, он ученик Гопал Бхатты Госвами, но его Шикшагуру, он узнал все о Рагануга Бхаджане от кого? От Джива Госвами Пада. И что плохого в этом? И он привел такие примеры. И также смотрите, очень важно то, что это не должно мешать нашей Гурусеве, то есть наше отношение к Шикшагу не должны никоим образом мешать служению нашему Дикшагуру. То есть это должно быть одобрено Гурудевом, и этот Шикшагуру ни в коем случае не выражал никакого непочета к нашему Дикшагуру. И вот все эти отношения с этим Шикшагуру, они не должны никоим образом беспокоить, как-то нарушать наше служение Гурудеву, Гурусеву. И вот в этой шлоке все идеальным образом гармонизирует каждое слово. In the way of my Diksha Guru Seva. So, Guru Vagraya Tat Sevan Aviradena Sha Annesha Mupi Vaishnavana Sevana Shreya. Shreya means, can give you benefit. Shreya. But, Annesha Mupi Vaishnavana means also Rupa Goswami Pad writing. И также Рупа Госвами Пад, он вот следующий шлок еще уточняет более тонко. Я даю вам все примеры, чтобы у вас не было возможности понять неправильно. И вот Джива Госвами Пад говорит, если так, то можно подумать, что с любой сампрадая можно взять Шикшагуру. Но Рупа Госвами Пад впоследствии уточняет, что если вы служите какому-то великому вайшнаву, именно вашей сампрадае, и тогда вы будете находиться именно в этой наставнической преемственности и обретете особое благо. И вот этот Рупа Госвами, он говорит, и вот здесь слово «сатовари» используется, это гораздо лучше, если вы примите Шикшагуру именно с вашей Гаудия Сампрадай. Это будет просто великолепно, поскольку Гаудия Сиданта, особенно Сиданта Гаудия Матха, она великолепна, она непревзойдена. И вот так один за одним вы должны гармонизировать все эти учения, все эти слова. И вот через всю эту сиданту ясно то, что Вишванат Чакравати Пад, когда говорит то, что и вот комментарий Шридас Госвами Пад говорит, что говорить о преданных,
у которых уже есть возможность служить Верховному Господу. Даже материалисты, они могут изменить свое сердце. И что это имеется в виду, не приняв дикшу, не зная сиддханты, не имея сатсанги. А, вот. То есть, если кто-то слушает Расалилу, могут ли они, просто слушая Расалилу, могут ли они попасть во Вриндаван таким образом? Нет. И если кто-то придерживается такой версии, что не имея ничего, никакого бэкграунда, то это неправильно. Когда я говорю, что Аджамила, он получил освобождение, то это не шутки, да. Аджамила получил такую возможность попасть в Даму, но он еще что-то делал до этого, а не просто так. Аджамила, что случилось, когда Вишнудуты пришли и Ямадуты пришли, они спорили. То Вишнудуты сказали, что он произнес имя Кришны, имя Нараяны, и поэтому никаких грехов уже у него нету. Что правда? Да, это зовется дхармой. Как мы вот слышали от Ямараджа, то, что вот он тут грехами всю жизнь занимался. Но вот идите опять спросите. И Ямарадж сказал, да. Вы глупы, не поняли то, что я хотел сказать. И Ямарадж, он еще раз напомнил им. И вот он сказал своим спутникам, что те, кто вайшнавы, кто повторяют имена Хари, мы не имеем права их наказывать. И что Ямарадж говорит? Ямарадж говорит, я господин всего мира, но не вайшнавов. И вот те, кто, ну, это относится к, даже к тем, кто даже не Харинам повторяет, а просто Намабас. И вот Аджамил, услышав эти трансцендентные, эту Харикатху с лотосных уст Вишнудутов, смотрите, эти четыре спутника Вишну пришло, поскольку в имени Нараяны четыре слога. И вот Аджамил, он слышал их разговор, и они были подобно Шикша-гуру для этого Аджамила. Он увидел их прекрасную форму, услышал их прекрасные слова, вдохновился их речью, и поэтому он так получил сатсангу. И его сердце изменилось полностью. И это было подобно дикше. И вот когда он очнулся, он решил, что вот именно сейчас нужно оставить эту опасную семейную жизнь, эту проститутку, с которой он всю жизнь жил. И из-за которого он так загубил свою жизнь. И вот он решил прямо сейчас уйти, поскольку он обрел такую сатсангу, благое общение. И вот в этой шлоке говорится, что даже благодаря мгновению общения со святыми мы сможем обрести все совершенства. И вот он избавился от всех этих привязанностей, и он отправился в Харидвар на берег Ганги, он совершил там свой баджан.
И вот он медитировал на Господа Вайкунтхе, и так он оставил свое тело и достиг Дхаммы. И вот так оставление тела в каше, оно дарует нам такое постепенное освобождение крама мукти. И вот я могу найти, что Вишванат Чакравати, он писал, что это лила наподобно тому, как у какого-то драгоценного камня есть какие-то особые качества, а имеется в виду философский камень, который может менять железо, превращать железо в золото. But that doesn't mean you will have to throw all Rasamrita Sindhu, all scripture analysis, throw all everything. Only you go on hearing. You can go and take and participate in Rasalila or Krishna. What do you mean? This is not something. That's mean Sridhar Maharaj, Sridhar Saipal wanted to speak. This is sure. И вот Шридас Госвами потом хотел сказать, что те, кто слушает, сейчас очень важное то, что Вишванат Чакравати, Шридас Госвами потом не говорят. Что когда мы слушаем эту расататву, расалилу, мы должны слушать от самосознавшей себя души не от непонятно кого, а именно от осознавшей себя души. Иначе это будет причиной падения. И вот следующее и очень важное, это то, что вот этот шлока. Ачиренадхира. И даже объясняя эту шлоку, многие не понимают, о чем она. Ачиренадхира значит пандита. Что значит пандит? Если вернуться к Кришне, Кришна говорит Удаве. И вот если мы хотим узнать, кто такой пандит на самом деле, я не буду слушать вас. А если мы хотим узнать настоящее значение этого слова, нужно узнать, что Кришна говорит. И вот Кришна говорит Удаве, о Удав. Удав спрашивает, о Прабху, кто такой пандит? Я хочу узнать. И тогда Кришна говорит, и вот пандито бандамакшавит, пандит это тот, кто знает, что такое, что ведет к обусловленности, а что к освобождению. Те, кто имеет полное знание об этом, что какое действие ведет к порабощению, а какое к освобождению. И вот те, у кого есть это знание об этом, то они зовутся пандитом. Но какие-то другие товарищи, они говорят, что Ачиренадхира а вот дхира, что значит? Дхира, как бы вроде пандит тоже, но не совсем так. Если я хочу сказать дхира, что тоже пандит, но это не совсем правильно. Нужно более уточнить именно дхира. Дхира значит те, кто вот, снигда-сишья.
Дира – это те, кто идеально следует своему духовному учителю. Но Снигда Шишья значит такой настоящий ученик, который, в котором благодаря его преданности, его Гурудеву, все качества Гурудева явились в нем. И вот это Ачарина Дхира. Дхира значит не просто пандит, а именно Снигда Шишья, те, кто настоящие ученики своих гуру. И вот именно такие преданные, которые полностью предались своему Гурудеву и следуют им полностью без отклонений, и тогда Shakshad Haritena Samasta Sasya Rukta Stala. Krishna speaking, Acharya Mambiyanya. If you honor my, if you honor Sadguru, I am Sadguru. I am Sadguru. И вот Кришна говорит, что он не отличен от Садгуру. А то, что выражение почтения настоящему Садгуру, это даже больше, чем просто выражение почтения Кришне. И вот если следовать такому видению, то значение шлоки, оно получается более такое точно, и что это значит? И вот Ачарина Дхираха значит, что для тех, кто зовется Дхира, это те, кто настоящие ученики своих гуру, те, кто Снигда Шишья. Снигда Шишья – это те, кто не отличны от Садгуру, благодаря их идеальной преданности. А когда ученик может действовать как гуру? И вот смотрите, когда ученик может действовать как гуру? Когда это может случиться? А тогда, когда есть качество атмасадж, то есть когда его сердце, оно становится неотличным от сердца его Гурудева. В этом случае, и я уже говорил об умонастроении Шилы Прабхупады, он объяснял так: Снигда – это те, кто принимают всю Сиддханту, весь этикет, все поведение, весь характер Садгуру полностью. И те, благодаря чьей преданности все качества Гурудева являются в сердце ученика. Шрила Прабхупада использует вот это слово, которое буквально значит... So it is just right. You just open and then apply powder in your body. Follow? Then again you put over the dovetail in khape khape. In Bengali, in crude language, you see, khape khape. Вот используется слово, которое значит, что идеально совпадает по-русски сказать. Хапе хапе. То есть полностью без каких-либо отклонений. И поэтому я вначале сказал то, что любое отклонение от пути Гурупад Падмы в итоге сбросит нас с пути Баджана. Почему я сказал так? Что кто-то говорит, что какая-то разница может быть, но такого нельзя потерпеть, поскольку малейшее отклонение от пути, указанного Гурудевом, оно сбросит нас с пути Баджана. И как это произойдет? Вот простой пример. Вот в геометрии, например, есть угол какой, ну, такие
две прямые под каким-то малым углом, скажем, одна там десятая градуса или сотая, визуально этого не видно. И вот когда эти две линии их продолжить дальше, и вот даже если угол будет даже не сотая, даже тысячная градуса, то есть визуально это невозможно отличить. Но смотрите, согласно математическим подсчетам, эти линии, их продолжить, вот эти две линии, они выглядят параллельными, несмотря на такой малый градус. Но если эти линии продолжить, то постепенно этот угол будет все больше, больше и больше. Хотя на бумаге они выглядят параллельными этими линиями. И вот чем дальше мы эти линии продолжаем, тем можно найти больше отклонения, если дальше их продолжать до бесконечности, то в их отклонении можно поместить весь мир. И вот такое незначительное с виду отклонение, если эти линии продолжить дальше, то на то расстояние, на которое одна линия отойдет от другой, вот в этот промежуток можно поместить всю Вселенную. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, что вот малейшее отклонение от пути Гурудева, оно может скинуть нас с пути Баджана. Но смотрите, если мы все отклонились, но по пути у нас будет возможность гармонизировать наше сердце с сердцем Гурудева, то тогда этого гораздо лучше. Когда мы избавимся от своих этих отклонений, то это очень хорошо будет. И вот your heart is changed, there must be some condition, you know. Bhaktin Param, Bhaktin Param in absolute bhakti you are going to get. И вот Бхактим Парам, значит, абсолютная бхакти. Те гопи, у них имеется такое абсолютная бхакти, абсолютная преданность. Ачирена значит очень быстро. Ну, вот, и многие не понимают эту шлоку, не понимают ее правильно. Ачирена дхира, что значит? И вот вчера Махарадж говорил о вот этой шлоке, в которой говорится, что когда у нас есть непоколебимая вера без капли сомнений, то что Харинам, он сам полон себе, и он не отличен от самого Господа, и можно обрести все, повторяя его. Если у нас есть такая вера, то тогда дикша не нужна нам. И if they have scope to hear, of course one condition, they have not done any apradha in their life. Maybe pap, sinful activity is done.
И вот когда какие-то люди, которые, у которых очень важно, не совершали никаких оскорблений в своей жизни, и им выпадает возможность слушать Харикатху от великого возвышенного саду, то Махапрабху пример приводит. И вот если вы такого преданного встретите, то вы не должны его отпускать, вы должны следовать ему. И если у вас вот будет такая возможность слушать Харикатху от такой великой личности, чье сердце оно полностью оно находится в Бхаве, оно погружено в Бхаву, трансцендентную Бхаву, и вы не должны упускать возможность слушать Харикатху от такой великой личности. Как вот, например, эти жены браманов, они слушали, как поет Малиния. Малиния, она была чисто предана, она в экстазе танцевала, пела, когда собирала цветы. И вот они слушали это, их сердца изменились. They're speaking. No need. Whereas Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu repeatedly speaking. That Gadadhar, I like to hear Prahlad. Prabhu, that month I already said, no, I like to hear again. Вот Махапрабху, когда он слушал о Друве и Прохладе Махараджи, он просил Гададхар Пандита читать снова и снова, но сейчас некоторые люди, они хотят перепрыгнуть через эти очень важные части Бхагаватам. Кто-то сразу стремится читать Уджвала Ниламани и думает, что они... И такие люди думают, что Кришна столь дешев, как картошка и баклажаны на рынке, что можно просто читать Уджвала Ниламани и обрести Кришну, но это неправильно все. Однажды Махарадж на одном собрании сказал, morning time fruits or noon time fruits and 10 time rice, chapati, whatever you like, meal, all I can give. Two or three servants I can engage for you. Even room cleaning, decor, everything. You need not do. Only I can allow you, you can sit in one asana and do actual right now. Can you show me? No need of earning money, no need of, I cannot give any seva. Only I can ask you, sit and do harinam and show me. If show me that it is possible to do Harinam and get Krishna, then Prabhupada is foolish, Bhaktivinoda Thakur foolish. Да, Махарадж спросил, если кому-то, кому-то предоставить все возможности для... Но имеется в виду, что кому-то дать какое-то жилье, питание и все прочее, чтобы человек просто сидел и Харинам повторял, достигнет ли он успеха какого-то. И, но нет, поскольку нужно еще и служение совершать. И следовать примеру Шрилы Прабхупады и всех великих преданных. Просто повторять Харинам мало, нужно еще и делать что-то для того, чтобы гуру Вайшнавы были довольны нами. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что лила Шри Чайтанья Махапрабху — это сам пример для нас, почему мы не следуем ему. Шри Чайтанья Махапрабху говорит Гададхару, что он хотел слушать Прохладачаритру.
Гададхар говорит, что вот только читали ее, нет, Махапрабху говорит, что я еще раз хочу услышать Прахлад-чариту и Дхрува-чариту. Сейчас можно видеть, какие-то люди считают себя выше этого и слушают какую-то Уджала Ниламани или еще что-либо. И вот когда сочетание Махапрабху хотел дать нам такой пример, что мы должны снова и снова изучать Дхрува и Прахлада-чариту для того, чтобы взрастить качество, чтобы мы могли чувствовать свое настоящее положение, то, что мы очень малы, у нас нет каких-то особых возможностей, только по милости Гуру Вайшнавов мы можем обрести способность следовать Рагамаргу. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто находится на пути Видхи Марга, для них Рагамарг, он не как яд, а как нектар. И вот Гурварга говорит, и вот Махарадж в дальнейшем приведет примеры из всех этих писаний, статьи Шрилы Прабхупады. Рагамарг — это не яд для нас, только те, у кого нету Смотрите, даже возвышенные саду, они для того, чтобы занять нас в Видхи-марге, они сами следуют всему этому. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он не был на пути Видхи-марга, но всю жизнь действовал так. И преданные, великие преданные делают так, чтобы мы сами следовали этому пути и не пытались перепрыгнуть, и не пали бы в процессе. И еще очень важно, мы должны всегда воспевать харинамы и совершать киртаны. И тогда, по милости Гуру Вайшнавов, мы избавимся от всех недостатков и сможем следовать Рагамаргу. И вот те, кто следует Рагамаргу, Видхи-марг для них не яд, а нектар. И вот так постепенно, следуя всему этому, мы обнаружим, смотрите, ключ ко всему этому – это Нама Санкиртан под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Мы непрерывно должны воспевать святые имена. Когда Вайшнав пишет что-то, о Господи, это тоже Харикиртан, когда поет, это тоже Харикиртан, когда говорит о Сиданте, это тоже Харикиртан. И в Гаудия-матхе это особенность, что всегда нужно совершать киртан. Когда мы идем на кухню, мы тоже должны петь. Мы должны совершать киртан, либо слушать, по крайней мере. No,
И поэтому Джива Госвами Пад, он дал такую строгую сиддханту, хотя другие составляющие бхакти мы практикуем, но все же санкиртана, она, мы должны совершать это вместе с санкиртаной. Например, если мы что-то готовим, овощи чистим или стираем, или еще что-то нужно, ну, хотя это служение для Кришны, но все же мы должны воспевать святые имена. Если мы куда-то идем, тоже по дороге можно харинам повторять. А если что-то случится по дороге, что в аварию попадете, то что будет? И поэтому нужно всегда все время беспрерывно, как говорится, спите вы или едите, всегда харинаму творите. И вот все составляющие преданного служения, они должны иметь связь с харинам санкиртаном. И вот параллельно тоже нужно воспевать харинам, либо киртаны, либо слушать, либо воспевать. И вот результат таков, что Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур, они говорят вот в этой шлоке: «Атак Шри Кришна Намади Набавит Нам». И вот говорится, что «Атак Шри Кришна Намади», значит, Кришна нам, форма Кришны, его качество, его лила, его красота и все остальное. И вот Кришна Намади, значит, Кришна со всем его составляющими, оно не может явиться перед нами. И вот набавет, что значит? So there, what I say, Ato Krishna Amadi, Na Bharit Rajyam Indriyai, Sevan Mukhehi Yuhayam, Swayameva Spurit Adha. It's a notoric factor. И вот, и тогда. It's a more, I can say, write total thesis and show you. But what we chakra, oh, Siddhanta. So, Bhajate Tatvisa Kira, Jasputta Tatpara Bhavet, there you are applying this formula. Mind is written Tattvara Bhavet. And here when it is written, you are very, very clever, you are going to pass away. Huh? Why? Tattvara Bhavet there, Bhajate Tadrishti Kira, Jasputta Tattvara Bhavet. They are making commentary. Oh, everybody, Tattvara Bhavet, why are you bidding? You have to, otherwise you can get punishment. И вот здесь слово «бавет», что значит? И вот что это значит? Что Кришна нам, и вот имя Кришны, его качества, они никогда не явятся нам, если мы следуем сахаджиям. Это никогда не произойдет. Наша жизнь просто будет потеряна в этом случае. И вот смотрите. Because if by this my Venu Gita, if you are misguided, then what use? What use? I should not decide if I am not able to, you know, protect you from ruin, danger.
Хорошо, завтра эту шлоку закончит объяснять. И вот сейчас Махарадж начал объяснять Винугиту. Девьо виманагата йо смаранен нусара брашьот прасуна бхаварама мухо. Those wives of и жены полубогов, они выражали такое свое восхищение Кришной. Они были захвачены экстатическим чувством, когда они видели Кришну. Для них это был пир, подобно пиру, они наслаждались этим даршаном Шри Кришна. This is the condition of Bhakti Dhanya Krishna, the beauty of Krishna. How I can narrate? И вот невозможно никакой философии словами описать великолепие того, как Кришна играет на флейте. Но если эта лила, она не явится, не затронет мое сердце, то как я могу говорить о ней? И вот после этого те гопи, я уже говорил о них, что их сердце, у всех гопи, их сердце, оно было бесконечному океану, в котором различные санчари-бавы, различные чувства, подобно волнам, они являлись и гасли. И опять мы переключаемся на другое. И вот эти гопи, они продолжали, смотрите, сакхи, жены полубогов настолько удачливы, они получили возможность видеть, смотреть на Кришну, и это пир для их глаз, но мы домашние, нам запрещают, если куда-то идем, нас одергивают, говорят, чтобы мы не шли, и вот мы недостаточно удачливы, как они. И насколько же удачливы эти жены полубогов. Мы тоже хотим обрести эту удачу, о Брахма. Почему же ты не сделал нас женами полубогов, чтобы мы могли беспрепятственно идти и смотреть на Кришну? Гопи, на самом деле, их положение гораздо более выше, чем жены полубогов. И также о коровах следующая шлока. What meaning? Are actually those wives of demigods are coming? It's okay. But this cows, Gomata. И вот дальше они продолжают, что даже коровы, они, услышав звук флейты Кришны в Амшидване, то что они сделали? Гавасчо, эти коровы. After hearing the Bhagavad Gita from Krishna, is Piyusha. Piyusha means
И вот, услышав этот звук флейты Кришны, они... Этот звук флейты Кришны был подобен океану нектара. И эти коровы, услышав его... So here, Gavastu Krishna Mukhanirita Venu Gita, Piyusamuttam Visam Karna Pute, if you want to. Maharaj, if you want to give me some liquid, nectar, a beverage, maybe sarbat. So I need one glass. Give me this glass. This glass is very small. I need one bottle, big glass. But the Gomata, they have no glass. И вот этот, вот если мы хотим выпить какой-то нектар, то нужна емкость какая-то, а у тех коров не было емкости, но их уши, они выполняли роль таких стаканов для нектара, они этими ушами слушали этот трансцендентный звук флейты Кришны, который сравнивается с нектаром и через уши, и это... Этот нектар, он проникал в их сердца. И вот с великим вдохновением они слушали, и они замерли, слушая это, забыли все. Они даже перестали есть траву, ели траву, но, услышав звук флейты Кришны, они забыли... Даже жевать перестали. Они замерли, как на картине. Снутостанопаякаваласма, тостургавиндаватманидисасукаласмашанджа. What about the small calves? И что говорить об этих телятах? Телята, они тоже чудесны. Они пили молоко от коров. Но когда они услышали звук флейты Кришны, они забыли, они уже... Вот, и молоко у них вытекло изо рта, они уже как бы высосали из вымени, но услышали звук флейты Кришны и забыли проглотить, и они остановились, и молоко вытекло из их ртов. They are also going to shed their tears. For the small calves, what they understand? Nobody knows. What is the magic spell there in that Bhakshi Dhani that it make us bound to shed tears? И все, кто услышал этот звук флейты Кришны, они плакали. Эти олени, они плакали, коровы, телята. И вот выглядело, что они хотели обнять Кришну, но не было рук у них. И вот они хотели побежать к Кришне и обнять их своим сердцем. Но они не могли физически обнять, они могли поместить образ Кришны в свое сердце и обнять всем сердцем. Вриндаван — это трансцендентное место.
все коровы, животные и все остальные. Это все трансцендентно. Не материально. Но какие-то материалисты приходят во Вриндаван, значит, что они могут видеть. И Майдеви, она предупреждает, что вход воспрещен, и те, кто попытаются силы зайти во Вриндаван, то Майдеви, она накажет их. Поскольку у таких людей нет чувства, что такое Вриндаван. И вот птица. Bengali ladies, they speaking sometimes. And those Brajavasis also. It is their usual practice. They are not speaking this to their mother. But Bato Ambo Bato, you speak, oh ma, mother, is actually not mother. Those Bengali people, and you know, there's a, in Brajavasis also, sometimes anything horrible or anything fantastic, ma go, very nice. They're speaking this way. But this mother, they are not going to speak to their mother. Mother, one kind of exclamation. Oh ma. Is it any snack? Oh ma. Snack. Is one kind of exclamation. Not that they are going to speak to mother. И вот Брахмачари, когда увидят что-то такое. Асмин бане Вриндаване. Вьогаха прайо бато анго кисне кистекшитам тадудитам калавену гитам. After hearing that Бхагавад-гита from the fruit of Krishna. И вот услышав этот звук флейты, на которой играл Кришна. Кришнекшитам тадудитам Калавенугитам, Кришнекшитам, Калавенугитам. Those Vihaga, they are looking at Krishna, stand still. It thinks that they are Muni, Mauna. It thinks they are Mauna. So, Prayo Vatanga Vihaga, Munayo Vanyo Spinmane, Kishnekshitam, they are looking at Krishna, Tadudhitam, very nice, sweet, mellow of this Bhanshidhani. But they are looking at Krishna. И вот птицы смотрели на Кришну, и они стали безмолвны. Они сравниваются с Муни. Почему Муни? Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху хотел привести 64 объяснения, точнее 61 объяснение слова Муни, Мунайо. И вот и в этих 61 объяснении эти птицы, они тоже, и те, кто не могут говорить, они муни называются этим же словом. Like
Вот как у слова «цветок» есть множество на санскрите этих синонимов. Такие у птиц тоже, точнее, птицы тоже одно из их этих имен – это муни. Can prove that they are actually muni. So prayuvatando vihaga munayo vanyasvin krishekshitam tadutitam kalavenu gitam arujya jes bruma bhujano ruchiro prabalano te spool very small small lip coming out na when lip coming out when you cut two seed then one two leaves coming out very small very soft. Those who are birds, they like to take that taste. Just now coming up, sprouting, they like to take. So, arujho ye dhruma bhujano ruchiro prabhano. Arujho means climbing on trees. Arujho means слово «аруджа» значит «забираться на деревья». И те птицы, которые они собирались, прилетали, садились на деревья. И почему этих птиц муни называли также? Вишвана Чакравати и другие комментаторы, они пишут, те, кто следует эти муни, и вот как, какие-то муни следуют веде, есть различные виды муни также, поскольку кто-то медитирует на параматму, кто-то на брахму, кто-то на Верховного Господа. Различные муни есть, но те преданные муни, преданность – это преобладающее качество в их сердцах, и такие муни никогда не… касаются никаких ветвей вет, поскольку ветви они сравниваются с деревом и на различных ветвях этих деревьев различные виды вет. И некоторые муни они принимают помощь вет или еще каких-то разделов вет. Но здесь вот эти муни, эти имеется в виду птицы, которые назывались муни, они не отказались от вет. Они слушали только этот звук флейты Кришны. Если у них был такой великий шанс, то зачем им было следовать ведам? Удов, он тоже говорит, что эти жены брахманов, они бросили все и побежали, чтобы встретиться с Кришной. И в Бхагаватам говорится. Банде, what did you say? Padadayam Gopikas, I forget this sloka. Very nice. Very nice, I forget. All the time I speak. But now he see. I can remember. Arujya je dhruma bhujano ruchiro prabalano sananti amirita drisho vigatan navacha. И вот подобно муни, которые стремятся найти какое-то уединенное место, чтобы совершать баджан, и вот эти
Птицы, они очень умные были, они садились в такие места на деревьях, в которых, из которых они могли видеть Кришну и все, что происходит, но в то же самое время их не было видно. И также они знали, что когда будут смотреть на Кришну, то от такого блаженства они могут упасть на землю, но именно садились в такие места, чтобы ветки, листья их держали. И вот их места на деревьях, они были хороши, чтобы видеть Кришну, смотреть на Кришну и в то же самое время не падать на землю. Вот это очень важная шлока. Repeatedly all the time, non-stop. I like to give honor to those just particles from the lotus feet of those gopis. They are staying in Nandagram, Varsamaya. Bande Nando Vajastrinam Padarenu Mahiknasa Yasam Harikata Adikitam Punamati Bhavanatrayam. Ah, this is very nice. So, Sridanti Amelita Drisho. Амилито дришо значит имеется в виду, что эти птицы смотрели на Кришну, не моргая, моргая даже. They cannot. They stop chipping. Chee 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 chee. И вот птицы, они все птицы, когда услышали звук флейты Кришны во Вшидване, то они начали слушать и перестали чирикать. И это такой эффект от этой флейты Вамшидхани, Венугиты. И вот эти гопи продолжали: «О, Сакхи, мы теряем все». По крайней мере, смотрите, птицы, они подобны муни, они получили возможность пить этот нектар звука флейты Кришны. И они сидят и смотрят на Кришну, но у нас нет такой возможности. Мы очень неудачливы. По крайней мере, если бы мы, если бы Брахма был бы... если бы Брахма дал нам возможность стать птицами, то мы могли бы видеть Кришну. Быть птицей во Вриндаване очень хорошо, они могут летать везде. Если Кришна куда-то пошел, они могут просто лететь за ним. Потом Кришна пошел на берег Ямуны, они тоже могут лететь и смотреть на Кришну. Когда Шри Чайтанья Махапрабху шел в Кахилаван, то все... то эти пастухи не могли сдержать коров, поскольку коровы, они пошли за Махапрабху и начали лизать его. И это особое качество Кришна Бхаджана. Вы должны иметь вкус к Харикатхе, к Ганге, к Ямуне, к коровам. Вы должны любить все это. И вот эти гопи продолжают. Вот если бы они были птицами, то
было бы лучше, сейчас они в форме гопи находятся, и как же пойти во Вриндаван, чтобы увидеть Кришну, услышать звук его флейты, слишком много обязанностей и всяких препятствий. Those gopis are saying, see, okay, you can see the feelings of those birds, how lucky they are. И вот они. Господа Тодападхарджаму Кундагито, Ма Варту Лакшита Манабхава Бхагна Бега, Адингана Стагито Муравир Бхуйоин Мурарир, Гриннанти Падаю Падаю Алам Камалу Пухара. What is it? Not singular number, not yaha. Manasi Ganga is also river. You see, it is like ponds. There is a Tirunadi. Манаси Ганга, река на самом деле, она явилась по воле Кришны, но она имеет вот во Вриндаване форму этого озера. И вот эти все водоемы, они просто реки, но они слышат этот звук флейты Кришны, они чувствуют все. Выглядит, что это течет река, но мы видим, что сейчас она остановилась и волны, воды этой реки хотят прыгнуть и прикоснуться к лотосным стопам Шри Кришны. И вот эта вода как бы остановилась и начала волноваться, чтобы как-то прыгнуть и достать лотосных стоп Кришны. И вот реки так волновались и пытались как-то спрыгнуть наверх и достичь лотосных стоп Кришны. И вот комментаторы Бхагавад там пишут. Love hero very much, but that time hero not speaking anything, he is simply coming and embracing him. In that case, if hero not going to express any mood, then he feels shy and fall down the lake. Follow, it's natural. Then similarly, they are coming to embrace Krishna. They wanted to, but still when they say that they fall down on lake, and not only that, they want to embrace the lake of Krishna, and what they are going to offer? What? They in their river, in their water. И вот реки они как бы пришли, чтобы обнять Кришну, но поскольку они реки, как они могут обнять? Ну хотя бы стопы Кришны хотят обнять, но это тоже не получается. Но а что они могут сделать? Они хотели что-то поднести, и вот они. Лотос они пытаются кинуть к стопам Шри Кришны, эти реки. И вот you cannot imagine it, non-stop feeling, non-stop. And this Krishna Prema, it is the characteristics of Krishna Prema, such
that those who are not going animate, inanimate, all you can make confusion. Water cannot speak. Those clouds, they cannot speak. They see cloud speaking. This is not imaginary. You should not think it's one kind of false philosophy, not there. It is actual Baba inside, in the heart of Gopikas, they are rising all the time. Waves coming. It's Sanchari Baba. Gopi taka. И вот реки, они очень... И вот эти гопи продолжали, эти реки, они насколько удачливы. Если бы мы хотя бы были такими реками, как Манаси, Ганга и Ямуна, то тогда у нас бы была возможность получить даршан Кришны, и это было бы великолепно для нас. И вот слушать Кришну, звук флейты Кришны, или смотреть на него, это подобно пиру для глаз. И вот они продолжают, что эти реки настолько удачливы, а мы неудачливы, что находимся здесь и ничего не можем сделать. И следующая шлока. It is written, Drishtata pe brajapasurna sahora rama gopai sancharayantam anu venum mudirayantam. What happens? Those clouds. И вот эти... Krishna is suffering too much. Balaram and Krishna. Облака, тучи. Они... Видят, что Кришна, они думают, что так, от такого солнца Кришна, он страдает от жары, и эти облака, они налетели над Кришной, чтобы... И вот они налетели над Кришной, чтобы защитить его от жаркого солнца. After hearing this Venugit, they are actually moved, shocked. After Sancharayantam Manuvedu Manu Manuvenu Mudirayantam. They are also making some sound, dig 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 dig. The clouds, they are making some sound there. И вот эти Prabridho, облака, летая над Кришной, они какой-то звук издавали. Prema prabhidha udhitaha. Their prema, that, you know, overflowing. И вот когда их према, она... Prabhidha mani? Propara polmayolidho. Vridhi prabhidha. Переполняла их. There is a prema prabhidha udhitaha. Arpusumavalivihi. They like to... Dizzling? You don't know. When actually from clouds, actually heavy rain not coming. Drizzling, и вот эти облака, они... Они как бы... Не дождь шел, а такой... Как сказать, такой мелкий дождь. Не проливной, а вот такой еле-еле просто капал. И вот эти облака и тучи, они так слегка поливали водой Кришну, играющего на флейте со всем его окружением. И вот они хотели подружиться с Кришной, с этими гопами. И вот они так сложились в форме зонтика, чтобы защитить Кришну от солнечных лучей. И в этих облаках они как бы из воды состоят, эти облака. Из пара. So, Bapushambudo, Ambudo means water.
drizzling, very nice, fine drizzling. You can feel nice feeling. No rain, but still nice feeling. At the time of summer season, if this kind of drizzling going on, you can feel it very nice. Drishtatapi prajapasuna sahoramu koi sancharayantam manvedumudirayantam premapa priddhavidho kusumavalivi shakshurvadhad savapusambud atapatram. И вот так эти облака пытались подружиться с Кришной, и это было очень прекрасно. Вриндаван, он трансцендентен, он апракрита, и облака, деревья, все остальное, даже пыль, она все трансцендентна, мы не должны сомневаться в этом. И оно может отвечать нам, как облака, например, Калидас. Он был лучшим из пандитов в этом материальном мире, когда он написал Кумар Самбав, Мегдут и еще какие-то произведения. Это Мегдут значит. That's my condition is this. Maybe today night, she is going to look at the full moon. I am also looking at full moon. So our Milan is there. I am looking at moon. She is looking at moon. Maybe. И вот он написал, этот поэт написал какую-то книжку о том, что ну, какие-то возлюбленные, они говорили облакам, чтобы они передали их послание другому. И так вот они обращались к облакам, как к живым этим существам. И вот однажды сын Кувера был наказан очень сильно, поскольку он из-за того, что он не поклонялся Шиве должным образом, Шива наказал его, и ему вынужден был жить вдали от своей семьи, он не мог жить так, поскольку его разлучили с любимой женой, и он думал, как жить дальше. How possible? It's not possible. So anyway, they need some. No, Damanti, you can go. You should not go because Prabhupada give restriction. You should not go through Mahabharata. Because though Mahabharata extract is very high, you cannot understand. No, Damanti, love affair. If you go, you can go mad. Hey, how? What is the condition of No? What is the condition of Damanti? So this kind of love we are not going to discuss. We like to get the same transcendental love as here with Krishna. So we are interested to discuss when we follow. If you go through Mahabharata, this kind of love if you are there, it will go mad, fall down, you cannot digest. Mahabharata is very nice. Вот Шрила Прабхупад, он не советовал нам изучать Махабхарату, поскольку он слишком запутан, и можно запутаться там. Лучше изучать Бхагаватам, Сочетание Чайтамриты, Читание Бхагавата, оно более практично для нас. И вот Шрила Прабхупад говорил, что мы должны исследовать Читание Бхагавати, Читание Чайтамриты. Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, что лучше сначала изучать Сочетание Бхагавату, чтобы обрести связь с Сочетанием Махапрабху и с Нитянандой. А Читание Чайтамриту лучше изучать потом, она очень сложна. И это совет Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Кто изучал Сочетание Бхагавату в своей жизни? Нужно изучать. Очень важная книга. И
If you are at all not going to obey me, then how I can help you all? Cannot help. Bande nanda vajasthinam adrenum abhignasam yasam harikrasaditam punahamuti bhuvanatrayam yasam harikrasaditam punahamuti bhuvanatrayam So you can ask some question if you have. I put some time for you. I know. So what question you have? First of all, you speak all judgment giving, one by one, legal judgment. All you follow or not? All you follow legal judgment giving? All judgment given from top to bottom. You understand? Then what? Вот Шрила Пури Махарадж какой-то к статье написал что-то про западные страны и также написал, что какие-то сахаджи там проповедуют. И он там написал три раза, что он не любит эту сахаджи. А у нее вопрос, почему другие вайшнавы не говорят, что это сахаджи, только Шрила Пури Махарадж об этом сказал. А другие вайшнавские, те, как их организации, они молчат об этом. И вот сейчас ситуация очень токсичная. И те, кто предались настоящим садгуру вайшнавам, они могут быть спасены. И еще есть какие-то... То есть будут спасены какие-то возвышенные личности, которые очень разумны, их не так просто дурачить, и какие-то простые люди, которые, если они по своей удаче предались настоящим гуру вайшнавам, они тоже будут спасены. Вот средние, они могут и туда попасть. И сейчас ситуация такая, что никто против кого-то ничего не говорит. Кто-то там, ну сейчас такая система сложилась, что кто-то едет на Запад, например, и второй едет на Запад, потом третий едет, потом еще какой-то. Они против друг друга ничего не говорят, поскольку... Ну, такое у них это, их отношение к проповеди, как к больнице. То есть вы как бы в мою палату пришли, и что вы тут делаете? И поскольку хотят что-то получить от Запада, поэтому они не критикуют друг друга, хотя все делают все неправильно. И сейчас очень редко можно найти того, кто говорит об абсолютной истине. Если он будет говорить, то потеряет славу, почет и уважение от таких сахаджиев. Если посмотреть на всю жизнь Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то его жизнь была великолепной. Вот на день ухода Шрилы Пури Махараджа Махарадж, он расскажет о его великой жизни. И вот мы должны слушать всю Сиддханту в таком медитативном состоянии и пытаться все это понять и принять. Если мы будем слушать эту Сиддханту, никто не сможет нас одурачить. Есть, Шрила Прабхупад говорит, было много сахаджи, было, а сейчас их стало гораздо больше.
разных сахаджи, даже внутри нашего матха, и то есть, если сказать, то они будут недовольны, почему так говорите. И такие люди думают, что харикатха — это обман людей. Говорить что-то приятное для их слуха и все. Но они не думают, что харикатха — это подобное лекарство, иногда на горькое. Как хирург, например, он может резать своего пациента, но он делает это для его блага, для того, чтобы исцелить его. Хотя это неприятно на первый взгляд. И вот мы... И вот мы должны быть разумны, чтобы увидеть разницу между сахаджиями и истинными последователями Махапрабху. Следующий вопрос. Наша склонность к... У кого-то есть склонность к... Майаваде. Про Майаваду вообще вопрос. И вот Майавада, она у тех, у кого нет никакого, никакой связи с чистой бхакти, то Майавада, вот такие люди обычно Майаваде следуют. Шрила Прабхупада говорил, что все мы в той или иной степени осквернены Майавады. А что значит Майавада? Майавада значит, что у нас нет стопроцентной веры в гуру Вайшнавов и Бхагавана. Это главная основа Майавады. Майавады, они говорят, что у них нет права, нет веры ни в гуру, ни в Вайшнавов, и ни в Бхагавана. И из-за этого они попадают в какое-то дурное общение в сатсангу. Будьте внимательны, когда по милости Кришны вы уже попали в такое, какое-то положение, где в матхе какие-то майавади, на рынке майавади, на улице майавади, то в этом случае что нужно делать? Нужно поменять вот эту формулу, которая дана Рупой Госвами Падой, Рагунатхой и Шилой Бхактивинода Такуром, чтобы защитить себя. Нам не нужно с ними сражаться, и права у нас нет сражаться, поскольку с кем сражаться, большинство не, как сказать, эти майавади. И что мы должны делать? Мы должны пытаться получить милость Гуру Вайшнавов и понять основу майявады, понять, что такое не является учением Шрилы Бхактивинода Такура, и избегать этого. Соответственно, Господь помогает тем, кто сами себе помогает. И такой формуле мы должны следовать, мы должны слушать харикатху и помнить, и пытаться это все осознать. Ну, как коровы, например, они едят корову, траву, потом ее отрыгивают и опять едят, в смысле опять переваривают. И, то есть мы должны не просто слушать, еще и понять, и осознать, и принять, и в своей жизни воплотить то, что мы услышали. И вот если мы видим, что какой-то наш, скажем, брат Боги говорит какую-то ересь и не следует Гурудеву, то такого человека нельзя назвать братом в Боге, мужиком как-то. Брат Боги, если он не просто наполовину следует, а вообще не следует. То есть мы должны сами смотреть и видеть, что есть что. Сейчас она спросит. Yes, speak, please. Спрашивайте быстрее, да. He asking new people who joining to Krishna consciousness. They can see some sannyasi on Harikatha time and when they speaking lectures.
Как узнать, что является садхгуру? How for such people recognize who is садхгуру, who is not? Это обширная очень тема, очень обширная. Это очень такая чувствительная тема также. Но главное то, что те, кто приходят в сознание Кришны, они, что они хотят, по крайней мере, им нужно какую-то сатсангу обрести. Иначе они не знают, что такое сатсанга, что нет. И вот когда они приходят, то в сознание Кришны им нужна сатсанга. Сатсанга, она может... То есть просто получить дикшу от какого-то возвышенной души и потом его никогда не видеть всю оставшуюся жизнь, это неправильно. Нужно еще получать настоящую сатсангу. Если мы удачливы, мы должны молиться лотосным стопам Нитьянанды, чтобы он послал нам сатсангу. А новых людей, как правило, нету способности отличить, что есть сатсанга и что нет. И они могут прийти с каким-то энтузиазмом, и потом энтузиазм падает, видят, что какие-то люди делают не то, что надо, и сами падают. И вот смотрите, это мой совет всем. Те, кто новые или не только новые, нужно им организовать такое общение, не позволять им общаться со всеми подряд. Но экспериментально им уже доказать, что какие-то иностранцы, если приезжают, например, им с ними нужно вести себя должным, достойным образом, чтобы у них не было возможности смотреть на что-то плохое, что происходит. А когда они созреют, то они уже будут видеть, как какие-то нехорошие вещи, если происходят, как на какие-то незначительные, не относящиеся к делу. А новики, когда приходят, они могут что-то не то увидеть и разочароваться. Поэтому в матхе должна ситуация таким образом, как, например, пуджари должен, если какой-то пуджари такой низкопробный, тот, кто готовит, тоже непонятно, чем занимается, то если это на виду, то это очень плохо. И, соответственно, если такой недостойный человек будет готовить, так как Кришна будет принимать это. И пуджари тоже, которые непонятно как предлагают, тоже такое Кришна не примет. Поэтому мы должны везде быть очень осторожны и внимательны. Если я вот говорю, что такие люди не должны получить хорошее общение, как вот, например, Шрила Прабхупад, когда говорит Харикатху, то Кунджа Бихари пришел. Вот. Кунджуда, когда слушал Харикатху, он подумал, что слишком такие высокие вещи говорит, он не мог понять и собрался уезжать, а Парамананда сказал, что подожди, еще несколько дней поживи, послушай, подумай. И вот он возразил, что ничего не понимаю, что он говорит, но все равно подожди, послушай. И еще неделю жил в Гаудиаматхе, и ему озарение пришло, что да, это настоящая Харикатха. Я в первые дни не мог понять величие Шрилы Прабхупады. И также, когда мы слушаем Харикатху, мы тоже вот эту формулу должны использовать, что нужно слушать Харикатху, но не от отравленного источника, как молоко, которое попробовала змея, его нельзя пить. И вот и также в этом случае плохое общение, оно... То есть если мы будем думать, что мы никогда не обретем дурного общения, это неправильно, поскольку оно везде есть, мы должны просто избегать его. Кришна тоже даст нам как сатсангу, так и асатсангу. Но мы должны... Он проверит нас, что мы предпочитаем. И вот Гаудиаматхи — это как больница, там есть больные люди, есть здоровые, есть возвышенные души. Гаудиаматхи для чего? Чтобы исцелить тех людей, у которых есть какие-то болезни.
Гаудия Матх, он подобен больнице. И вот Гаудия Матх, он подобен госпиталю, больнице. То есть здесь есть как доктора, так и больные. И поэтому мы должны стремиться к общению не с больными, поскольку если мы будем общаться с больными, просто подцепим их болезни, кроме своих, а мы должны стремиться общаться к такими лекарями, целителями, которые избавят нас от всех нас болезней. То есть если Гаудия Матх госпиталь, то соответственно там не только больные, но и доктора должны быть. И поэтому как вот, например, был такой Мадхав Малабья какой-то, он всю свою жизнь никогда никому не кланялся, но когда он увидел Шрилу Прабхупаду, то его голова, она автоматически склонилась. Как, например, если мы хотим видеть только день, то это невозможно, поскольку день сменяется ночью, и мы вести себя должны соответственно по отношению к дню и ночи. Также сатсанга и асатсанга не всегда случаются, и мы должны относиться по-разному к этому.